потом тем детям, которые участвовали в крестном ходу, раздавали конфеты. Потом после... Да. Нет. А тут вот никакой обиды нет. А там ему щекотно. Его... А Слава, идите сюда. Воскресенье, прежде твоей страсти узнаю, и смею, ты воскресенье, мне грехи сказать осел слово произнести. Это ослик Юлий, который сегодня послужил Господу в этот праздник. Слава Богу, мы совершили сегодня второй детский крестный ход. Память о торжественном входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Пожалуйста, пока не трогаем осла. Вот. Когда властитель въезжал в город на осле, это был знак мира. Если властитель в древнем мире въезжал на лошади, это был знак гнева и разграбления и убийства живущих в этом городе людей. Царь мира Христос пришел в город с миром Иерусалима. Мы слышали в Евангелии о том, что многие собрались, потому что знали, что Иисус Христос воскресил из мертвых Лазаря. Лазаря мы называем, Евангелие называет другом Иисуса Христа. Я желаю, чтобы мы все были друзьями нашего Господа. Спасибо тебе, Юлий. Но это еще не все. Да, будет возможность у наших детей, кому будет интересно. И Юлий милостивно покатает всех участников сегодняшнего торжества. С праздником, дорогие братья и сестры. Не забываем, что мы готовимся войти в дни Великой Седмицы Страстной. Вот, для того, чтобы приготовить себя постом, молитвой, покаянием к светоносной ночи Пасхи Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. С праздником! Юля, передаю хозяйке Юлия, и больше я ответственности за него не несу. Что, есть еще? Привет!